Блогер TikTok обвинила Гошу Гуценко в домогательствах. Последние несколько дней многие девушки публично заявляют о домогательствах со стороны известных мужчин. Блогерша из TikTok Алина записала два видео, в которых рассказала, как ей знаки внимания оказывал Гоша Гуценко. Сначала девушка не называла имя и фамилию актера, а лишь описала его как мужчину за 50 лет, довольно известного. По ее словам, он начал писать ей сообщения в Instagram. Алина мечтает о карьере актрисы, но обсуждать какие-либо возможности в мире кино в отеле с Гошей Гуценко она не захотела. Вот что говорит девушка. «Я предпринимала попытку вытащить его куда-то в бар, ресторан, но он отказывается. Для этого ему палевно. Я так понимаю, что у этого актера были на меня какие-то планы, потому что после моего отказа он начал жестко манипулировать в течение 4 следующих часов. И задавал следующий вопрос. «А ты точно не хочешь к нам? Здесь так весело. Мы все тебя ждем». Но самым мерзким оказалось сообщение «тут так вкусно». То есть, серьезно, чтобы я передумала и приехала, он написал, что «тут так вкусно». Поделилась Алина. Блогер не стала прекращать общение с актером. По ее словам, она не отказала сразу женатому Гуценко, так как она хотела уличить его в манипуляторстве и вытащить в кафе или бар посидеть с друзьями. Алина утверждает, что Гоша в курсе ее видео в социальной сети и разрешил даже назвать свое имя и показать скрины переписки. Алина придерживается феминистских взглядов. В своими видео она хотела добиться того, чтобы другие мужчины сразу понимали отказ девушек. Напомним, что 53-летний Гоша Гуценко сейчас женат на 40-летней Ирине Скриниченко. В их браке родились две дочери. Также у актера есть взрослая наследница Полина после отношений с Марией Порошиной. По словам Гуценко, он хорошо общается и с бывшей женой, и с ребенком от первого брака. Чтобы помочь каналу, подпишись на него и жми на колокольчик. Услышимся.